Бугенвиллия крупноцветковая. Вот у меня теперь такая задача номер один. Но для того, чтобы ее оставить на улице, мне все-таки нужно как-то попробовать ее укоренить. Вот этот вот побег мне очень нравится. Здравствуйте, друзья и гости моего канала. Это Пятигорск, Ставропольский край. Сегодня у нас уже середина октября, и мы снова возле моей бугенвиллии. Вот в таком состоянии она сейчас находится. Она, конечно, уже цвела, цветоносы я уже обрезала. Температура у нас по ночам 5-7 градусов, днем до 15, но чувствует она себя прекрасно. Подкармливала я ее всего один лишь раз комплексными минеральными жидкими удобрениями для цветущих растений. Они мне нравятся. И, ну вот так она облиственена полностью. Листочки побежки маленькие. Приготовилась к следующему году уже. Сейчас мы с вами посмотрим на черенок. В каком он состоянии. Кто не видел раньше видео, посмотрите, ссылочка будет в описании и вверху видео. Прикрыла даже другой бутылочкой. И хочу, поскольку у нас температура доходила до 50, хочу посмотреть, что там у нас получилось. Ой, зелененький стоит. Зелененький-то зелененький. Вот он, красавчик, зелененький. Мусора здесь много, поскольку не пололось. Сейчас посмотрю, образовались там корни или нет. Вот я его подкопала. Подкопала. Ой, господи, не подлезешь сюда. Колючая такая. Красавица это. Ну, пошли, коршочки, пошли. Вот, видно, да? Пошли коршочки, сейчас я ее... Вот они. Нет, это не ее. Не хочу раздербанивать слишком. Нет. Чуть-чуть корешочки пошли. Зря, надо было не трогать. Малюсенькие пошли. Сейчас я ее пересажу в другой грунт и заберу домой. Ну вот. Опять я обмакнула в корневин. И вот у меня уже здесь грунт готовый. Вот так. Готов грунт. Немножко кислого торфа добавлено, поскольку она любит. И посмотрим, что дальше с нее будет. Закрою опять и поставлю на доращивание. Посмотрим дальше, что будет. Вот в таком состоянии она. Будем смотреть дальше, как она будет себя вести. Тут у меня еще вот, хочу показать вам, цветет еще все, конечно. А вот там, ой, где же она, вон, ванила фрайс. Темно, темно уже, поздно. Не могу вам показать, плеть огромная. Второй год, но цветения мало. Только осенью, видно жару, она плохо переносит. А вот здесь... Юбилей принц де Монако. Цветет вовсю. Вот труженица. Не розочка, а сказка. Сказка, просто сказка. Цветет и цветет и цветет и цветет. Ну вот и все. До новых встреч.